Всем привет! Меня зовут Саша, и сегодня у нас необычная распаковка. Магазин GearBest прислал мне вот такую одну посылку. Здесь находится два товара. Сейчас посмотрим, что же он прислал. Первый товар – здоровенная коробка. Внутри находится ножик. Модель G8012, исполнение которой досталось мне, имеет черное основание с оранжевыми вставками. Ножны оснащены петлей для подвешивания на ремень, которая закреплена шурупами, имеют стропорез, пластину для подточки, дополнительное отверстие у основания и крепеж для огнива. К сожалению, в моем комплекте его нет. Выполнены из твердого обрезиненного пластика и весят около 100 грамм. Сам клинок выполнен из стали 7CR17, имеет хорошую коррозионную стойкость. Форма клинка Drop Point одна из самых распространенных. Рукоятка изготовлена из термостойкого пластика, устойчива к температурам от минус 40 до плюс 110 градусов. Резиновое покрытие предотвращает выскальзывание ножа из рук. За счет своего немалого веса в 220 грамм его можно использовать в качестве топора. Общая длина ножа 24,5 сантиметра, а также длина клинка 11,5 сантиметров. В магазине много разных ножей, но я оставляю ссылку, конечно же, именно на свой. Также при желании наберите в поиске G8012 и покупайте нож в другом цвете. И не забывайте, что часть суммы можно оплатить поинтами. И второй товарчик из нашей распаковки нашего обзора, пакет пустой в сторону, вот такой маленький квадрокоптер GGRC, достаточно именитая контора, наклейка какая-то вторичная, уже одна была наклеена, и ее сорвали, приклеили новую, но я думаю, это просто для проверки. Коробка очень плотная, на подарок сгодится однозначно. Если, конечно, квадрокоптер окажется годным. Внутри поролоновые проставки, куча всяких запчастей, махровый такой чехольчик, чтобы закинуть квадрокоптер, ровненько под размер, инструкция, достаточно объемная, все в картинках, я думаю, разобраться смогут практически все. Ну и, наверное, это Bluetooth какая-то примочка. Давайте смотреть. Сразу, когда достал его из коробки, думал, что вот это мое. Я научусь, покажу вам красивую видюшку, как я на нем классно, круто летаю, как он снимает меня в воздухе. Но, увы, так получилось, что мои кривые руки разбили, сломали первый комплект лопастей, основных, которые были изначально установлены. И потом я буквально через пару дней в своих тщетных попытках научиться летать, я доломал второй комплект. На сегодняшний день он у меня просто валяется на полке. Единственное, что хочу сказать, если вы планировали покупать такого плана квадрокоптер ребенку, то, наверное, хочу огорчить. Вряд ли получится у него нормально, достойно научиться летать, и это будут не то чтобы выброшенные деньги, но у вас будут постоянные растраты на покупку лопастей, на покупку запчастей. Плюс сам по себе коптер достаточно мощный. При желании можно поменять родную батарейку 500 мАч на что-то более серьезное. Я думаю, дури квадрокоптера хватит, чтобы вытащить что-то потяжелее. Использовать квадрик как селфи-дрон не имеет никакого смысла. Качество фото и видео оставляет желать лучшего. Родная батарея заряжается приблизительно за 3 часа, но разряжается приблизительно минут за 6. Вот эта маленькая штука, которая похожа на флешку, на самом деле является мини-зарядным устройством для батареи. Одна из функций квадрика, если он попадает в аварию, переворачивается или происходит очень сильный удар, он отключается. И чтобы его запустить по новой, вам придется переконнектиться.
Приложение работает через Wi-Fi, подключается достаточно просто. Поэтому, если у вас возникло желание купить себе этот квадрокоптер, ссылка будет в описании. Но заранее запаситесь дополнительной батареей. Всем хорошего настроения. Пока-пока.